24 марта, второй день. Я уже на даче появился, привез тещу и жену. И посмотрим, что у нас тут за две недели с тех пор, как я был, что произошло. Вот еще цветут крокусы, я думал, они отцветут. Вот такие красавцы. Вот уже листики на розах такие проклюнулись. Ну, 24 марта. Вот это типа дикий гиацинт. А вот это наш классический гиацинт. Ну, раз цвета, вот только синий расцвел. Не поверите, но... Лена, не поверишь, но смородина собирается цвести. Здесь такие некоторые листики. Так, это мой рукольник. Немножко он воспрял после того, как я его раскрыл. А это что? А это цветет абрикоса. Я вижу, даже пчелки летают. Вот это хорошо. Ну, когда пчелки летают, это всегда хорошо. Так, тут нифига нету. Петрушник мой пустой, надо все тут просыпать, насадить. Почки на айве. Так, что тут еще интересного за все это время? Вот всякая уже сорная трава зацвела. Еще раз напомню, сегодня 23 марта. Так, это тюльпанарий. Тоже где-то крокусы все подцвели. И этот. Ну вот, еще раз. Показывают у меня и у соседей. Божья коровка. Уже цветет смородина. Что-то так рано. Ну, я не удивлюсь, если у меня в прошлом году одна смородина два раза плодоносила. Ну, как видите, куча травы. Когда это всем заниматься, даже не представляю. Тимьян так и не отошел. Только такой этот лимонный. Блатные нарциссы еще не цветут. А это еще каких подснежники остатки цвету. Дятел где-то стучит. Вот это все срань, это все надо становиться раком и рвать. А у меня очень плечо проклюнулись вот эти всякие лилейники. Ну и пойдем посмотрим на ранние нарциссы на фасаде, которые должны, по идее, уже быть. Вот это барвинок. Сейчас принесу водички. И вот желтенькие нарциссики. 24 марта. Такая радость. Так. Ну, обзор сделал. Если что-то сделать, вот мы привезли арпаж посадить, еще всякую срань. Но это я чуть-чуть позже сделаю обзор. Пока надо воды принести, теща попросила. Что-то о проделанной работе. Поехали. Просыпал между двумя виноградами. Загреблил. Кучу чуть сдвинул. Здесь за черешней просыпал, загреблил. И теща купила на 120 гривен килограмм кустового какого-то арпаша. Я его посадил. Здесь. Так, это есть. Здесь. Такой кусочек за гиацинтами. Этот просопал, заволочил, сделал, короче, и посыпал этот чернобрюцы какие-то, еще мальву, еще какие-то черные непонятные семена старовинные у меня валялись. Ну вот, посыпал без полива, без ничего. Ну, надеюсь, тут будет этот, как его, пархат
ну, бархатник или это чернобрывник. Так, теперь дальше. Это даже скорее не отчет, а напоминалка, где что я посадил, что я уже нифига не помню. Так, здесь вот такой кусочек неплохой, перекопал я его. Ничего тут не волочил, просто взял лопатой, фигнул и перевернул вот эту траву. Она под низом получается. И сказали, что рано, но у меня как-то, не знаю я. У меня там всяких семян было. Дыни, арбуза, тыквы. Вот тут дыня вперемешку половина. Вот тут с арбузами. Этот, рядки такие я плоскорезом сделал и потом граблями засыпал. Здесь два ряда было тыквы. А вот тут с краешку три ряда этих майоров. Вот и в траншею зафигачил и покопал. То есть еще раз слева направо перемышку дыня, арбуз, тыква, майоры. Ну вот такая. Так, что я еще сделал? Тещу убирала, выгребала, там в хате убирала. А этот жена там вроде порядок привела. Пойду с инспекцией посмотрю, чем она занималась. Вот он, теща выгребала вот эту всю срань, которая тут росла. Это, как его? Розы. Вот, смотрите, видите, уже как солнышко и как ранние нарциссы. Соседи ходят, завидуют. Желтые они всегда ранние. То белые чуть-чуть попозднее. Так, ну, и вот, что я тут сделал. 8 штук. Как эта фигня называется? Ну, что я садил, что теща принесла? Гладиолусы. Вот тут такая лунка за чесноком. А вот тут я все этот просопал, сгреб и граблями заволочил. И насыпал. У меня куча всяких старых семян просроченных там 10-летней давности. От матери привез. Там всякие там люпины, подсолнечники, матиолы, кофе. А как вот этот граммофончики называется название? Петуньи. Еще всякая там фигня непонятная. Что? Кофе, да. Кофе с молоком. Да я знаю, что молока никакого нет. А вот, ну, вот этот... Я тут постоянно сыплю просроченные семена цветов блатных. Ну, они постоянно тут и не всходят. Ну, может, что-то в этом году и взойдет. Денег покупать у меня нету. А вот старое жалко выбрасывать. Может, что-то, да, проклюнется. Так, что тут у нас? Вроде... Гранатик отходит, если мне память не изменяет. Все. Я записал видео, где что я садил. Где я что садился. Все, Лена, ты нигде ничего не садила? Ну вот, такой рапорт. Что там, пойду еще полюбуюсь на гиацинты. Ну, надеюсь, через неделю жена их увидит. Ну, тоже ранние абрикосы в этом году. Дай бог, чтобы все нормально было. Типа того. Да, чуть не забыл. Вот сюда я из дома привез. Вот, знаете, как я ем всякие цитрусовые. Выплевываю бубочки из лимонов, всяких там апельсинов, личи, шмичи, еще какая-то фигня. И вот это я вот сюда высыпал. Может, какая-то декоративная срань взойдет, и я потом ее рассажу. А если не взойдет, то ничего страшного.